Всем доброго времени суток, с вами канал Art Mania. И сегодня у нас видеообзор на вот такой вот конструктор «Розовая мечта кафе». Такое вот оно красивенькое. Покупала я его в детском мире за 170 рублей. Здесь у нас 102 детальки для детей плюс 6. Что сделано в Китае, цвет, внимание, там, ну, все как обычно. Здесь вот по-русски написано, вот, почитайте. Ну, короче, что-то там есть. И давайте откроем, посмотрим. Здесь у нас один мешочек, это у нас с посудой, человечек, так, еда какая-то, какие-то гамбургеры, ну да, и зонтик тоже. Также тут наклейки всякие, тортик, да, два тортика, два бутерброда и две картошки фри с гамбургерами. Ну, короче, да, вот такое все, конфетки всякие. Это, наверное, все, что нужно будет наклеить на автобусик, грузовичок, автобусик. Тут все довольно интересно. Так, это у нас наша книжечка. Для чего, что, что как делается. И, конечно же, сам конструктор. Единственное, кстати, я заметила, то, что в ней нету... Такая плотная картоночка, и на ней были дорожки нарисованы. Вот кто смотрел, если помнит. Здесь почему-то нету. Видимо, это кафе на колесиках, поэтому оно, наверное, будет просто ездить по городу. Поэтому, может быть, у него нет своей подставки. Так, ну и, конечно же, сам конструктор. Так, ну... Человечек и все прочее, это мы отдельно, наверное, будем разбирать. Здесь также, кстати, книжечка. А вот отсюда начинается. Довольно здесь, кстати, все понятно написано, потому что первый набор мы с вами уже собирали. Ну, по крайней мере, собрали. Здесь первая, вторая. Эти четвертый, здесь уже пятая, шестая, седьмая, восьмая, здесь девятая, здесь уже по-другому пошло. Самое главное не запутаться. Автобусик. Все такое. Да, довольно интересно. И также здесь колеса. Здесь, вот, а здесь, кстати. А, вот, да, вот как раз у них вот плохо то, что здесь не пишут, какие детали, сколько штук, чтобы, допустим, человеку проверить. Потому что в предыдущем наборе у меня не хватило. Их было чуть-чуть побольше некоторых деталей. А вот нужные детали у меня не хватило. Тут много, кстати, так, довольно. Какие-то штучки непонятные. На таблетку похоже, кстати. Их можно, кстати, сразу разложить, чтобы было удобно собирать по каким-нибудь там вот темам. То есть вот так вот. И тогда будет гораздо проще. Потому что в прошлый раз вот я собирала, я все свалила в одну кучу. И каждый раз тратил много времени, чтобы, допустим, вот здесь вот, а ну только если вот так они нарисованы, сколько штук понадобится, их я собирала в кучку и делала. Опять собирала в кучку и делала. Ну, если только здесь можно, да, вот разделить вот так по кучкам и просто собирать. Или посмотреть, все на месте или нет. Наклейка. Здесь, в принципе, вам видно, что такое. Здесь человечек.
Зонтик. Почему зонтик идет вместе с человечком, непонятно. Ну, для зонтика здесь сам зонтик. И у зонтика должна быть еще... А, вот палка. Интересно, главное, палка идет отдельно, а зонтик сам идет отдельно почему-то. Интересно, у всех так в наборе? Напишите в комментариях, если вы покупали. У вас тоже вот этот вот зонтик идет сам, сам по себе зонтик. Верхушка, вернее, зонтик идет отдельно или нет. Так, ну и, в принципе, мы с вами вот посмотрели, какой он, да? И следующий ролик будет, мы его будем с вами собирать. Это будет отдельным роликом, выйдет в этом же плейлисте под названием «Игры». Вот там мы будем с вами собирать. Вот, а на сегодня все. С вами был канал ArtMania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно смотрите следующий ролик, где мы будем с вами собирать. И всем пока-пока.